Привет! Я думаю, что у многих в жизни случались ситуации, когда вам звонили соседи и сообщали о том, что вы их топите. Пока были в отпуске или просто на работе. И, пожалуй, это не очень приятные чувства. Но решение таких ситуаций максимально простое. Это беспроводные датчики протечки Ajax Leak Protect. Вы на канале Secure, с вами Дима, приятного просмотра! Когда я сказал, что решение максимально простое, я не преувеличивал. Leak Protect – это маленький беспроводной датчик, который не требует монтажа и размещается даже в трудодоступных местах. Датчик годами не нуждается в обслуживании и работает 24/7. Если потечет стиральная машина, прорвет трубу или вы просто забыли, что набираете ванну, датчик мгновенно отреагирует и сообщит об аварии. Также датчик совместим с системами антипотопа, которые моментально перекроют воду. Миниатюрный Leak Protect легко разместить в любом месте, где вероятна протечка воды, так как высота устройства всего 14 мм. С какой бы стороны вода не подступила к датчику, он незамедленно поднимет тревогу. На четырех гранях корпуса Leak Protect размещены контактные пары. Если хотя бы одна замыкается водой, датчик сообщает о протечке на ваше мобильное устройство. А когда контакты просыхают и размыкаются, оповещает о прекращении течи. Чтобы подключить устройство к хабу, достаточно отсканировать QR-код, который находится на задней панели, камеры смартфона. При установке не нужно разбирать корпус, крепить устройство к поверхности или устанавливать батареи. Датчик просто кладется на горизонтальную поверхность в месте вероятной протечки и сразу готов к работе. Датчик работает до 5 лет от встроенной батареи и имеет степень защиты IP65. Датчики Leak Protect готовы оберегать от затопления как небольшие квартиры, так и торговые и производственные комплексы. К системе возможно подключить до 200 таких датчиков. Также вы можете задавать имя каждому датчику, чтобы понимать, в какое помещение или комнату направлять сантехников. А заказать данное устройство вы можете у нас на сайте Secure.ua. Спасибо вам за просмотры. Обязательно подписывайтесь на наш канал, так как нашим подписчикам предусмотрены специальные скидки. Ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски из мира систем безопасности. А с вами был Дима, канал Secure.ua. До новых встреч! Привет! Давай я все в руках буду держать их. Ай, что ж ты падаешь? Ты че? То падает, то спиной поворачивается. Я сейчас его вообще разобью. Нет. Ты чего? Мгновенно отреагирует и сообщит о аварии. Что за ванна опять? Меня датчик просто крадет. Крадется. К системе возможно. Датчики лик.